Я решила сделать несколько частей, чтобы вам было удобно для просмотра. Это будет, ну, часть номер два. Плюс меня еще, конечно, отвлекли звонком. И, наверное, собственно, и правильно. Еще раз начнем с того, что вот есть у нас замечательные классные клементины. Сладкие, вкусные, с молодыми приростами. По 3900. Есть сацума, просто сацума, сацума миагава и сацума уншио. Три разных варианта. Что имеется в виду под просто сацумой, не могу вам сказать. Ну, так написал питомник, один и тот же питомник, разные бирки, но по факту это так. Будем верить, потому что по листьям, да, они все похожи на сацуму. Это точно. А вот что конкретно по сортам они имели в виду, не могу сказать. Но конкретно есть на одном уншио прям написано, на другом миагава. И третий экземпляр у нас идет просто как сацума. Они классные, они с хорошим подвоем, с хорошим приростом. По 3900. Бугенвилия, кому интересно, розовая, она супер шикарная, очень хорошо у нас подросла, 800 рублей, цена ниже даже закупочной, могу вам точно сказать. Таких два экземплярчика. Дальше мандарина из двух разных питомников, это мандарин сладкий. Кто-то с плодиками, завязями. Кто-то без, все с молодым приростом, все шикарно выглядят, по 3900. Это мандарины, как я уже вам говорила, очень сладкие, вкусные. Это миагава, вот у нее такой характерный лист, крылатки, тоже с завязями, такие уже достаточно хорошенькие плодики висят. И вот они у нас из другого питомника, мандарины. Сейчас я пролезу. Мандарины, вот они. Сегодня их польем, потому что вот они ушки немножко свисают, им жарко, с завязями. Они у нас тоже по 3900. Один танжерина остался. Сорт неизвестен, просто написано танжерина. Что имеется в виду, не могу сказать. С завязями. Вот такие вот красавцы, по 3900. Супер классные, тоже всем рекомендую, очень обожаю. Рангпур красный, который сладкий. За 3900, кстати, он есть и за 2600, и за 3000. Если кому-то интересуют меньшие размеры. Он всегда усыпан, усыпан вот от и до, плюс поскольку он ремонтантный, можно увидеть и молодые зависти, приросты, и цветение, все в одном, на одном растении. Они классные, они суперские, вот реально. Плюс ко всему, они реально похожи на мандарины. То есть, если мы будем смотреть на плодики, то есть они именно такие будут. По вкусу они сладкие, с ароматом лайма. Ну, реально очень вкусные. И их много. То есть одно растение может выносить большое количество. Плюс ко всему, они неприхотливые. Это тоже большой-большой плюс. Более того, я могу сказать, что с уверенностью сказать, что вот за то время, которое мы находимся вот в таких супер классных условиях, растения себя чувствуют вообще супер классно, и они прям, ну, вот такие все живенькие, хорошенькие, не стрессуют. Вообще вот слов нет, какая красота. Есть у нас в больших вариантах, это у нас лимон Росса по 8000. Они высокие. Вдали я подойду поближе, покажу лимон Данила, лимон Адама и лимон Черза. Тоже по 3900. Они с плодиками, они с приростами. Очень хорошие. Очень интересные. Это для любителей, кстати сказать, для любителей лимонов. И вот такой супер классный лимон липа, мало того, что вот они с приростами плодами, так они еще и цветут. И поэтому я вот говорю, что цветение у них в любой момент может произойти, когда им комфортно и хорошо, дополнительно к тому, что уже у них есть завязи. Аромат просто бесподобный, просто бесподобный.
Апельсины сангвинелла – это красномясные апельсины. Вот опять же, да, вы можете смотреть, все с молодыми приростами. То есть идет волна роста, им комфортно, им хорошо. Подвой все сицилийцы прививают на волкомериан. В волкомериане зимовка не нужна. Вот состояние растений вы видите. Мы ничего не скрываем, мы все показываем, все как есть. Есть у нас мандевилла, которая вот она тоже себя начинает проявлять. Начинает разрастаться. Гривелия это со скидочкой. Просто растения, которые, собственно, мы пытаемся, наверное, как итальянцы, расставлять среди цитрусов различные растения, смотреть как вариант. А вдруг вредители разбегутся и их не будет. Потому что, к сожалению, приезжают растения с вредителями. И мы всегда говорим и просим о том, чтобы вы обрабатывали, потому что мы обрабатываем, но этого маловато. Плюс в последнее время мы помимо обработки от вредителей с периодичностью обрабатываем от болезней. То есть мы купили специально препараты для профилактики. Поэтому если могут быть какие-то на листьях, как правильно это выразиться, остатки, достаточные какие-то явление, то мы опрыскиваем. Опрыскиваем и от вредителей, опрыскиваем адаптогенами. Адаптогенами, кстати, мы опрыскиваем через каждые 3 дня. Это вам могу сказать с уверенностью. И плюс вот от заболеваний мы тоже начали опрыскивать на всякий случай для профилактики, потому что бывает, что, как я уже сказала, повреждение коры и, соответственно, бывает камедитечение. Бывает. Такое бывает. Да, мы не отрицаем. Мы эти растения отставляем в сторонку. Перед отправкой мы проверяем, чтобы этого процесса не было. Если такое есть, мы предупреждаем, опять же делаем либо скидку, либо заменяем на хорошее растение. Сейчас мы пытаемся усовершенствовать все, что было бы комфортно и вам, и нам. У нас приходят девочки, приходят новые сотрудники, пока они стажируются, пробуют свои силы. Нам они очень нравятся. В принципе, вы уже начали с ними общаться. Даже не знаю, наверное, этого. Мы пока будем пробовать разные варианты, смотреть, как это будет удобно адаптироваться. Если у вас есть какие-то мысли на этот счет, присылайте свои советы, рекомендации. И, собственно говоря, все будет классно, я так думаю и надеюсь. Дальше перейдем к тому, что наши апельсинчики за 3900 очень классные. Это апельсин Валенсия. Далее апельсин Росса, это пигментированный апельсин. И апельсин Вашингтон Навал, тоже с плодами. Такие вот красавцы. По 3900. Так, далее я перейду. Здесь опять же у нас роза по 400. Очень, кстати, классная. Вот она дает молодые приросты. Чувствует себя комфортно. Хотя с учетом того, что ее любит клещ, но мы, я говорю, мы обрабатываем, и с ней все в порядке. Она себя чувствует очень-очень хорошо. Эхмея у нас есть, как я уже говорила, олива. Так, дальше переходим. Здесь у нас супер-классные бергамоты по 3900. Пока бергамоты только в формате 20 горшка. Может быть, возможно, они будут поменьше размером, но пока не могу сказать. Гранаты нано, и очень они себя хорошо, прям очень хорошо себя чувствуют. Они у нас прям цветут, дают молодые побеги. Без внимания осталась почему-то герань душистая с разными ароматами. То есть если потереть листик, то будет запах ореха. Есть у нас также запах яблока и лимона. Помимо того, что они выделяют, они очищают шикарно воздух. И плюс, если их задеть, будет еще дополнительный эфирный аромат. И я так понимаю, что они тоже отпугивают всякую-всякую живность. Плюс ко всему, они так же, как и душистая герань, цветут. То есть это еще плюс ко всему и красивое цветущее растение. Пожалуйста, рекомендую. Смотрите. Неприхотливая. Постоянно прирастают молодые приросты. А вот, кстати, сказать, я тут обнаружила вот. Вот, с камедитечением, то есть это апельсин Мора, на него будет скидка 10%. Сейчас мы его отставим. И, собственно говоря, Леночка, возьми, пожалуйста, ноуценту. Ноуценту, камедитечу. Ага.
Вот, на него, соответственно, будет сделана скидка. Это кому, если интересно. Вот еще апельсины Мора 3900, бергамоты 3900. Кстати сказать, когда приезжают растения, из-за того, что они плотно стоят, к нам приезжают растения, они плотно стоят, бывает такое, что они приезжают со сломанными ветками. Мы не трогаем, дабы потом не было к нам претензий, что мы... То есть мы в таком виде будем отправлять, чтобы потом не было претензий по поводу того, что мы обрезаем ветки и так далее. И прям какой аромат от нее, прям суперский. Мы ничего не обрезаем, оставляем в том виде, в котором есть. И если какие-то пришли сломы, это не мы ломаем, нам нет в этом никакого смысла. Чинота, померанец, очень классный. Вот молодые приросты у него, плодики начинают зреть, ну... Вообще, он очень мне нравится. Это действительно классный цитрус. Мало того, что он съедобный, плюс он еще безумно ароматно пахнет. Он ремонтантный, он постоянно цветет, он постоянно плодоносит. У него необыкновенно красивый лист. Чудное растение. Есть в разных форматах. От малого до велика. Вот она, та самая бизария, про которую я говорила, с чем, собственно говоря, мы... Вернее, питомник нас попутал. Многие задают вопрос, почему она в таком виде, потому что это химера, и у нее должны быть ребристые плоды и варигатные листья. Я вам могу сказать, что в том году из другого же питомника, в котором мы зимой получали красивые, пестро окрашенные растения с теми самыми плодами, необыкновенно красивыми, на которых было огромное количество заказов, они были именно в таком виде, в такое время года. То есть тоже летом они выглядели именно так. Они были все зеленые, плоды имели такой же цвет и форму. Я обязательно постараюсь найти в архиве, потому что также мы не могли людям объяснить, что в принципе это химера, почему они без варигатного листа, и почему они с такими плодами, где же все-таки хоть какие-то вкрапления. А зимой они приехали такими самыми, которые, в общем-то, стоят на картинках, безумно красивые, безумно... То есть на одном дереве и зеленая листва, и варигатная, и плоды такие желто-оранжевые полосатики, очень красивые, да, кислые, да, ароматные, да, необыкновенные. Кстати, бизария удобна, и из нее приготавливают в Италии очень много блюд. Обязательно найду, постараюсь вот найти время из архивов достать вот в таком же виде, поэтому вы не переживайте, из другого питомника в такое же время года они выглядят точно так же. Это бизария, это апельсин бизария, химера, который пестрый, варикатный. 3900, молодые приростики. Как я уже вам и сказала, лимон липа из двух разных питомников. Есть поменьше, есть побольше. Они сейчас начинают, помимо всего прочего, опять же цвести. Вот прям гроздями, очень ароматные, очень душистые. Лимон липа или империал, это лимон крупноплодный, это гибрид с грейпом. Такой вот необыкновенно красивый. Видите, все с плодиками, все безумно ароматно, безумно вкусно. Он летает у нас тут и мушки, и пчелки, и кого только нет. Ой, божественно, прям реально божественный запах. Лимон Адама, лимон Данила. Вот они тоже с плодами висят, такие красавцы. Кто-то отцвел, кто-то цветет, кто-то собирается цвести. Адама, сиракузана, это все и, соответственно, лимон липа, так же, как и лимон.